Доброе утро, друзья! Сегодня выходной, в школу идти не надо. Сейчас я сниму очень крутой, веселый челлендж. Мармеладный завтрак против обычного. Ну что, пошли позавтракаем вместе? Ребята, у меня есть вот такой мармеладный набор. Сюда входит яичница, бобы, бекон и сосиска. И, конечно же, магазинные продукты. Я же готовился к челленджу. Продуктовый набор уже готов, но скажу честно, я такими продуктами не очень люблю завтракать. Я больше люблю полезную пищу и вам советую. Но нам же надо провести челлендж. Интересно, что вкуснее, мармеладный завтрак или обычный? Мы узнаем сейчас. Ну, бобы как бобы. Лайк, вкусный. Теперь попробуем мармелад. О, есть. Но мармеладные бобы очень сильно сладкие. Но тоже вкусные. Лично мне больше понравилось мармеладные бобы. Вкус апельсина, что ли? Да. Бекон, бекон. А ты любишь бекон? Напиши. Вот обычный бекон, а вот мармеладный. Давайте сначала попробуем обычный. Вкусненько. Он очень мягкий, на вкус как настоящий бекон, и немножко сладкий. Но это реально вкусно. Но, если честно, мне больше понравился обычный бекон, потому что это же мяско, оно вкуснее, чем мармелад. Ну что, они полностью одинаковы. Смотрите, вот. Приступаем. Ну, ребята, сосиска как сосиска. Обычная, вкусная. Так, попробуем мармеладный. На вид она классная. Ого. Если честно, ребята, она очень тягучая. Сложно жевать. И она... На вкус как будто обычная карамельная конфета. Так, мое предпочтение, наверное, обычная сосиска. Мне она больше понравилась. Ну что, приготовим яичницу. Друзья, и напоследок у нас яичница с сыром. Вот тут мармеладная, а здесь настоящая. Ну, если честно, сыр... Вкусный. И яичница.
тоже довольно вкусная. Она мне напоминает шоколадную какую-то конфету. И попробуем настоящую еду. Ребята, сыр я очень люблю. И скажу свое мнение, он очень вкусный. Так, яичница. Здесь у меня два знака вопроса. И это вкусно, и это вкусно. А что больше понравилось тебе? Напиши. Ну, я, наверное, дам свой голос обычной еде. Она мне больше понравилась. Я уже говорила, что мне нравится больше обычная пища. Рекомендую всем. Ребята, питайтесь правильной, вкусной, обычной едой. Это же так полезно. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.